have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки. С вами Ладушки. Запад. Земля возможностей и приключений. Здесь можно быть героем, головорезом, кем угодно. Еще одновременно. Если правильно разыграть доставшиеся вам карты, это место может подарить вам лучшие моменты всей жизни. Причем жизнь-то может и оборваться на полпути. Дело в том, что это не совсем тот дикий запад, к которому вы привыкли. Таинственные древние организации ведут здесь вечную войну друг с другом. Странные твари, движимые неясными мотивами, рищут в ночи, подчиняясь лишь своим собственным правилам. Важно, на чьей стороне расслабиться нельзя ни на секунду. Не поймите неправильно, если Земля полна возможностей, те, кто решится раскрыть ее тайны, ждут невероятные сокровища. Но за возможности всегда нужно платить. Добро пожаловать на Запад. Странный Запад, если уж быть точным. Я заинтригован. Я специально пропускал эту заставку, она каждый раз идет в начале, и мне нужно было настроить игру. Этого ни разу не видел, теперь я заинтригован. Дело вот еще в чем, что я, как я обычно выбираю игры для прохождения, я стараюсь как можно меньше о них знать, но при этом достаточно, чтобы мне хотелось в них поиграть. Поэтому такая тонкая грань. Поехали сразу в новую игру, настройки я уже все сделал. Если хотите больше узнать, да-да-да, нажмите любую кнопку. Любая кнопка. Какая из них любая? Погодите, ладно. Дай угадаю. Ты не знаешь, кто ты и где находишься, так? Прости, вынужденная мера. Клеймо готово. Я не успеваю читать. Офигеть. Тогда пора. Отправляйся, мы на тебя рассчитываем. А можно без клейма? Не надо. Так, у нас там несколько фигур за... Хорошо. Путешествие начинается. Сложность... средняя, наверное. Обычный режим. Скорость обнаружения врагами. Так, сейчас, секунду, ребят. Очень пить хотелось. Итак, средняя. Скорость обнаружения. Так, хорошо. Значит, тут будет некий стелс. Мне изначально по картинкам это все немножечко напомнило Desperados. Кто, если помнит, смотрел у нас на канале. Но, возможно, я ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Урон от врагов средний. Скорость стрельбы средняя. Огонь по своим частичь. А, огонь по своим. О. Восстановление во сне. Очки действия, очки здоровья. Отлично. Восстановление очки здоровья от еды средние. То есть можно пожрать и вылечиться. Можно поспать и вылечиться. Очки действий. Угу. Обучение. Пусть будет включено. Я вообще без понятия. Язык, да, я перестал на русский. А что у нас там есть еще? Высокая. Угу. Огонь поставим частично, только ОД. Средний. Очень сложно, низкая, только ОД. Ну, ясен пень. Сюжет, сюжетный режим. Скорость обнаружения врагами низкая. Низкий. Огонь поставим отключен полностью. Хорошо. Да. И даже на низком у тебя от ОЗ от еды средний. Я понял. Пойдем мы на среднем. Я ничего не перепутал, да, среднее. Путешествие начинается... Да, поехали. А, зажать надо было. Включить бонус за... Да я даже не знаю. Нет, давайте по стандарту пойдем. Давайте по стандарту пойдем. Любая клавиша. Где-то на западе.
Когда-то вы были одним из самых опасных охотников во дворе, да? Но теперь это не так. Вы зарыли свое оружие и вместе с ним похоронили свое прошлое, обняв его на обычную жизнь. Сегодня, однако, все переменится. Судьба зовет, и ответа «нет» для нее не существует. Ну, поехали, как обычно у нас, да? Джон Уик этакий. Это загрузка или... Не, я могу пропустить, по идее. Я не буду пропускать, я посмотрю. В кого-то уже что-то где-то вселилось. И я тебе нашу землю не отдам, чудовище. Мне земля и не нужна. Забираем взрослого ребенка, убей. В нем почти нет мяса. А теперь уходим отсюда. А, людоеды! В воздухе витает запах пороха. Тело вашего мертвого сына лежит в грязи. Шея болит, как будто ее прижгли клеймом для скота. А, клеймом для скота. Гек? Что? Что, блин? Я женщина? Фиг ли, я думал... Взять. А, вот как это... Есть. Взять. А у меня есть инвентарь. Мне просто казалось, что это парень, а это Джейн Белл, фермер. Это все, я понял. Ну, я был уверен на заставке, что вот это парень. Так, обереги, способности. У меня есть кольцо. Ясен пень. Так, сейчас, наверное, немножечко звука подкину, что ли. Как обычно, первая серия, мы экспериментируем со звуком. Ведро нести не хочу. А... Почему я несу лампу вот так? Так, и... Я могу ее поставить, хорошо. Можно поспать. Я забрал что-то, съел что-то, забрал что-то это. А я могу... Нет, управление камерой. Нажмите мышь, чтобы изменить угол камеры. Нажмите колесо, чтобы приблизить или отдалить. А, вот эту мышь, это очень необычно. Съесть хлебушек, да, давайте. За еду мы восстановим себе очки. Полки обыскать. Вот, я могу взять. Спасибо. Ох, надо привыкнуть к управлению. Шериф, Флора, та-та-та, Джейн, я как стрельбу услышала, как подорвалась к вам бегом, проклятая шайка стоячей воды, чтобы их смыло. И напали на каждую ферму отсюда, самого Галиного моста. Они убили твоего сына, мы отомстим этим ушлепкам. А где твой муж, Алонзо? Если они его забрали, нельзя терять ни минуты в погоню, пока следующий не остыл. Упс, секунду, ребят. Поехали дальше. След, по-моему, остыл, пока я делал перерыв. Ну ладно. Спросить, куда отправилась банда стоячей воды. Спросить, что это за банда стоячей. А что за банда? Да, давай порассуждаем. У нас есть время. Называют себя семьей. Такие выродки обычно получаются, если на сестрах женятся. Оружием торгуют, выпивкой. Раньше торговали, по крайней мере. Теперь, видимо, переключились на людей. Что-то у них изменилось. Я намерен узнать, что именно. Ладно, хорошо. То, что он сказал, что на нем маловато мяса. Я так понимаю, это английское выражение, что типа на нем мускулов маловато. Это не людоеды. Это имеется в виду, что они забирают людей в рабство. Хорошо, теперь я понял. Ну и куда, что... Так, следов мы уже не найдем, но у меня в тюрьме в Скворечнике как раз одна такая сволочь живьем сидит. Попробуем выбить из него какие-нибудь ответы. Хватай свои железяки, у меня ощущение, что они нам пригодятся. Где? Ты что, забыла? Мы твои револьверы закопали на заднем дворе вместе со всем остальным, когда ты решила уйти на покой. Как разберешь, приходи в городскую тюрьму. Слушай, я знаю, ты думала, что завязался с охотой за головами, но она сама тебя нашла. Держи, это портативный реле, совсем новенькое. Пригодится для общения, если мы разделимся. А,
То есть даже так, портативный релиограф, инвентарь. Я могла сказать, добро пожаловать обратно, но ну, не буду. Ну и правильно. На заднем дворе... так, escape. Отслеживание цели. Это, кстати, очень удобно, когда тебе нужна штучка. Тебе на escape. Не на F1, не на там правый глаз левой лягушки, а вот именно на escape. При появлении новой цели на краю экрана появится индикатор, который перейдет вас к ее местоположению. Интересно. А, вижу желтенький, да, вот он. Я по привычке пытаюсь правой кнопкой мыши вертеть камеру. Так, по-моему, логичней. Я могу взять лопату? Взять. Поиск сокровищ в подземных тайниках ко всему... Надо этим пользоваться. В подземных тайниках по всему западу зарыто множество разнообразных сокровищ. Лопата пригодится, что-то откопать, чтобы откопать сундук с добычей. Или закопать труп. Или откопать труп с добычей. Я вообще... Ой, ключик. Это мое, кстати. А причем тут погасить ключ? Выдели? Спасибо. Ключ от сарая. Искать. А ты кто? Грабли. Стоять, это ограбление. Колоду карт. Я забираю, я не знаю, потом кузнечные щипцы. Я возьму, потом будем разбираться. Лучше сейчас взять так. Все, что восстановит здоровье, оно таким зель... Я что, съел? Гвозди. Да, давай. Кого-то прибьем. Вилы. Заберу. Короче, лутаться, не перелутаться, да? Открыть. Открыть. Таш. Это ключ отсюда, я так понимаю, да? Ящик. Взять все. То есть без этого ключика я бы сюда не попал бы, а здесь... Они классно, как в Fallout'ах пишут, если пусто. Очень удобно. Вилы, ну нет, наверное. Давайте в инвентаре посмотрим, что у нас вообще творится. Ты кто? Портативный релиограф, да-да-да, есть такое. Лопата, урон 29. Мало того, что урон 29, смеемся после слова лопата. Грабли, в руке полно занос, может не надо... А как выкинуть? Погоди. G. Нафиг. Кузнечные щипцы. А, можно продать в магазине. Стой. Грабли. Иди сюда. Я их по одной копейке продам, но я их продам. Пустая бутылка. Я не хотел брать вот то, что я взял. Так, ведро. Свинья. Обыскать. Я могу метнуть свинью? Нет. Блин, а она чё? Закопать труп? Я ее похороню. Могила свиньи? Ребят, я уже обожаю эту игру. Тут можно взять свинью, уронить ее, убить и закопать. А, и на могиле написать. Пустая бутылка, точно? Неплохо. Банка. Банка. Так, закоп... А, что, кстати, у нас... Тут я, наверное, буду тренироваться... шпоры. Тю-тю-тю-тю-тю. Взять. Потом посмотрим. Тут я, скорее всего, буду сейчас тренироваться в этом, в стрельбе, потому что, смотрите, выглядит как тир, и эти бутылочки расставлены. Обыскать. Забрать. Рука от пистолета идеально ложится в ладонь. Старый добрый синяк, давно не виделись. Синяк, кто называет свой револьвер синяком? Так, что там? Как там? Нет, а как мне... А, стой. Вы нашли свой первый пистолет. Удерживайте, ага, чтобы прицелиться, нажмите ага для выстрела. Поблизости наверняка найдутся бутылки для этого. Точно найдутся.
Траектория подсвечивается красным. Неплохо. Отправляйтесь в скворечник. Ясно. Теперь я буду каждый раз выхватывать револьвер. Так, ну-ка. Путешествие. Пора в путь. Чтобы отправиться в другую локацию, подойдите к границе текущей зоны. Зажмите И, чтобы открыть карту путешествия. Потом выберите пункт назначения. Ёпарас, так как сложно. Ладно. А, это сначала подойти... Я понял. Shift это кувырок. Закопать труп. А почему тут? Могила. Пусто. Блин, я ожидал, что за это действие что-то будет. Хорошо. Так. Ничего. Ну, надо патроны экономить. Абба. Weird Wolf. Странный волк. Обыскать. Ну, мясо я с тебя заберу. И закопаю тоже. А его мы закапываем на месте. Я понял. То есть все-таки закопать сына это было неким таким сюжетным решением. А, мне не обязательно зажим... Спасибо, все. Это мне сейчас облегчило немножечко. Мне не обязательно зажимать кнопку мыши, чтобы вращать камеру. Черт побери. Так, кукурузы наберу. Я уверен, что это хилка какая-то. Пока мне ее дают, почему бы не это? А ты кто? Тыква? А, тыкву можно только съесть. Кукурузу взять. Ну, видимо, тыква в карман не лезет. В смысле тащить плуг? Я вам... Да, уйди. Тыквы жрать не обязательно. Они нам ничего не дают. Ладно, вон выход из локации. Тут я не могу... пройти мимо хорошей кукурузы. Тут ее много. Тыкву не будем жрать. А почта у нас в почте что-то есть? Письмо. Ужин после встречи в зале духов. Или духов. Отрывок из... Ужин после встречи. Джейн, обязательно приходи к нам на ужин на следующей неделе после проповеди. Морган готовит свое фирменное заячье рагу. Любимое блюдо Гека. Гекльберри Финн, ты ли это? Дай знать, когда в следующий раз будешь в городе. Олбрайт. Послесловие. Надеюсь, Геку нравится плюшевая мишка. Хлоя очень хотела успеть сшить его ко дню его рождения. Из того же кролика, из которого делают рагу. Ну, я понимаю, что никак иначе, но это немножечко как-то, по-моему, цинично, что ли. Ладно, конец локации. Это сюда. Отправиться. Отправиться. Ферма Беллов. Это Белла, это мы, да? Хорошо. Идем в скворечню. Отправляйтесь в скворечню. Хорошо, поехали. Интересное путешествие. Ну, в общем, такая смесь. Критический. А патроны откуда мне брать? Какой за... Стой! Нет, нет! Какой закопать? Я обыскать хотел. Это ж все мясо, это ж все можно поджарить. Меня ж, наверное, будут обучать... Копать. Меня ж будут обучать как-то готовить, так? Кость! Урон. Блин, этим можно драться. Мусор. Вы нашли мусорный предмет. Что одному мусор, то другому сокровище. Мусор можно продать в любом магазине и выручить немного денег. Поиск ценностей в мусоре неплохой способ заработать. Спасибо, я понял. То есть можно было... Останки пусто. Котелок готовить. Да. Нам сейчас будут... Картофельное пюре, отбивное. А что для этого надо? Оу, пролетело что-то. Мне на самом деле немножко жаль патроны, которые я потратил. О, стервятник!
погоди. Фига себе, у него траектория. Еще один пикирует? Ага. Могила койот пуста. Погоди, не-не-не, койот. А где? Вот, стервятник. Это тоже можно жрать. Вот еще тут стервятника подбил. Нифига, ребят. А, тут нож. Блин. Так. Да, это можно готовить. Это я уже понял. Спасибо, спасибо. Нож подними, пожалуйста. Взять. Инвентарь. Радиус ближняя. Вот, я не хочу... Просто так, птичку. Стервятник. Забрать эти окорочка. Потому что у меня закончатся патроны. Я в этом уверен. И нужно было бы что-то... Большие крылья стервятника. Блин, это звучит как KFC. Ёлки-палки. Готовить 3? Да, пожалуйста. Отбивную? Да, пожалуйста. Картофельное пюре. Нельзя готовить с максимальным здоровьем? Почему? Ну вы чё? О, пистолетные пули. Как удобно. Дождь пошел, погасил мне тут все. Я понял. Отправляйтесь в скворечню. Я понял. Так, давайте я тогда пока что... Это реально как в Fallout, такие встречи посередине. Я пока что с ножом, наверное, похожу, хотя... Черт, ладно. Я себя с ножом чувствую неуютно. В воздухе пахнет страхом, грязью и смертью. Повсюду слышны крики. Крикны слыши. Скворечню. Завали скворечню! Так, а почему у меня оружие... А, оно выделяется. Можно по фильтра. Я понял. Ага. Можно нож, можно это. Все. А как... между ними как-то же можно переключаться? Погодите, ладно, потом разберусь. Нам надо будет в кнопочках порыться. Кактус. Проткнуть за... А, попить из него? Серьезно? Ну, скорее всего, я... Я чуть не пристрелил лошадь, потому что я не понял, что это лошадь. Закрыть. А, седлать. Так, не делаем классических ошибок. Не подходим сзади. Грязная ткань, цена продажи 2 бакса. Серьезно, кто-то... А! Кто-то купит это за 2 бакса. Так, там кто-то что-то говорит. Медный самородок? Улучшение оружия и выплавка слитков. Куски медной, серебряной и золотой руды, найденные во время путешествия или выкопанные с помощью кирки, можно либо переплавить, либо для улучшения оружия, либо превратить в слитки кузницы. Скупщики руды в любом банке заплатят за слитки больше, чем за сырой металл. Понял. Видите, уже не зря сюда зашел. Инун, дух изобилия. Детализированная диаграмма различных систем под порог для туннелей. Что? Также представлены наглядные иллюстрации последствий некачественно выстроенных опор.
Обыскать две баночки. Я заберу, нужно будет потом посмотреть, что с инвентарем и насколько он безграничен, вернее, насколько он граничен. Не бросай меня, прошу, родная. А. Обыскать. Долларовая монетка, спасибо. В смысле воровство, она же мертвая. Будьте осторожны, вы не все предметы можно просто так унести с собой. Вещи других персонажей при попытке взять их в руки будут отмечены красным цветом. Если владелец увидит, что вы что-то у него стащили, ваша репутация пострадает. Вы даже можете попасть за это в тюрьму. Но она же мертвая. Ты снова в одежде охотницы за головами? Ну да. Все это железо, полагаю, тебя можно снова называть охотницей? Все еще крики стоят в ушах. Ну, ясно. Они ничего не забрали, только людей убили. А почему съесть? Хранится целую вечность. Я могу его... Я могу взять все. Я его все равно съел, да? Так, собачье мясо тоже заберу. Интересно, поплохеет ли мне потом от собачьего мяса? Слушай, друг... Ох ты ж... Ёлки-палки, чуть мне сейчас не это. Бочка пуста. Оружейные пули. Опа, опа, все становится интересно. Мне нужен какой-то быстрый способ по переключению. Ну, это в менюшке надо будет глянуть. Я... Открыть закрыто. Красиво прям на стол кувыркнулся. Дверь заперта. То есть тут все двери забиты? А можно не красться? Кровать. Поспать. Книга. Советы об ухаживаниях для утонченных джентльменов от мисс Митюпай. Джентльмен должен быть честным и надежным, и тогда та, чей интерес он хочет завоевать, сможет хотя бы немного увидеть его настоящую душу, не скрытую грубостью или многочисленными действиями. Так джентльмен может показать, что его намерения продиктованы не формальностью или шалостью, не фривольностью или шалостью, а стремлением к процветанию, что всегда желанно. Вы какие. Ключик. Антикварный, спасибо. Мел. Пойду обведу эту, которая лежит там внизу. Розовое вино, конец лета. Вызывает опьянение на 7 секунд. Можно продать в магазине из долины Афертон. Продать в магазине всегда хорошо. Открыть. Шкафчик. Ух ты, ты кто такой вообще? Окаменелая реликвия. Обломок кости, вырезанный из тела древнего существа. С его помощью можно изучить новые способности, классы или оружие. $8. $8! Так, погоди. Окаменелая реликвия. Вы нашли, да-да-да-да-да, с помощью этих давно вымерших веществ, существ и дневника вы можете получить новые способности, классы оружия. А где это? Ну вот, оно у меня есть. Так, погоди, способности. Удар с разворота. В течение 20 секунд вы наносите больше урона пинками и бросаете предметы дальше. Это мне будет стоить одну, да? Шрапнельная мина. Ну, знали, это ловушка, которая взрывается при приближении... вот это красиво. Для револьверов. И оно более фиолетовым подсвечено, то, что... Могу прокачать. Следующий выстрел выпустит в цель все оставшееся в обойме пули. Урон от пули аккумулируется в один смертельный удар. Я, правда, не знаю, кем я еще буду. Рукопашный бой. При вашей следующей атаке вы быстро прыгнете к цели на расстоянии удара и нанесете ей значительный урон. А вот это вот стелс, ребятушки. Вот это стелс. Вот это...
У меня ощущение, что тут все заточено под геймпад, опять же, судя по тому, как тут все есть, но я не хочу. Так, глушитель. Следующий выстрел будет бесшумным и нанесет целям, которых вы застали врасплох, на 150 больше урона. Но это винтовка нужна. Защита врага... Так, у вас игнорирует защиту врага от брони. Цели... Блин, слушайте, тут классные вещи. Тут надо два. Очарование. Враги вокруг вас на 8 секунд становятся вашими... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие тут вещи вкусные есть. А я пока ничего, наверное, не буду качать, потому что я не знаю, кем я буду. Но, видимо, это очень ценная вещь. Раз она была в комнатке с замком. И в здание просто так тоже не попадешь. Тут, видите, все двери... Открыть. Серьезно? Они все забиты. То есть антикварный ключ, это, конечно, все здорово. О, тут еще есть вилочка. Вилочку я тоже приберу. Но выбраться я могу все равно только через окно. Красота. А, на контрол встать. Я-то заморачивался. Почтовый ящик, нафиг. Просто все двери забиты. Сюда можно было попасть исключительно... Ой, там кто-то есть. Исключительно через окно. Неплохо бы научиться договаривать свои мысли, да? Не оставлять их на полпути. Так, ладно. Тут у нас есть еще одна реликвия. Теперь у меня их две. Спальный мешок взять. То есть я могу спать где захочу. Тут пустая бутылка. Колдовская сумка, что? На стульчике посидеть можно. Ведро. Ой, я его разлил, прикольно. Теперь я мокрый, смотрите. Наверное, у статуса мокрый есть, опять же, какие-то пафы-дебафы. Надо будет посмотреть, как это все работает. Могла бы их остановить, могла. Пустая банка, давай, тоже заберу. Не, погоди, там что-то еще есть. Пустая банка. Пустая банка. Мало ли в них можно гранаты делать или... Так, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 это мои способности. Вон, я вижу, они появились внизу. Ну, сбоку. Потому что у меня есть уже две косточки. Слушайте, ребят, давайте тогда на этом будем заканчивать. Надо бы подумать, что я хочу качать. А вообще не факт, что я сейчас подумаю, потому что, наверное, я сейчас сяду записывать вторую серию подряд. Мне очень нравится. Блин, я хочу... Ну-ка, стой. Я могу так обыскать. В смысле пустой? Я тут красть собрался. Вы чё? Тряпка из фланели. Никогда не знаешь, где может пригодиться такая тряпочка. Можно продать в магазине. Конечно, я продам. Сесть на красный стульчик. Преступное сидение на стульчике. Вы так не можете. Тут можно... А поспать, кстати, можно. А посидеть на стульчике это преступление. Нет, то не падаем. Хорошо. Все, ребят, да, в самом деле, будем на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, добра. Всем молодушек. Всем покеда.